Всем привет, дорогие друзья! С вами Трубоёжик, влюбленная курочка и Трипл. Всем привет. Привет, Трипл. Давай, курочка. Короче, играть в зимнем биоме. Мы здесь будем развиваться. Кто быстрее, тот молодец. Мое дерево. Да иди ты, это мое дерево, что ты? Оно пошло вон, скотина! Это мое дерево. Блин, ну ладно, ты уже... Иди добывай себе свои деревья. Ты уже просто начал. Ага. Кто первый, тот молодец. Я просто короче, не хотел я тебя здесь обидеть. Сделаю, знаешь, снежный домик себе красивый, не то что у тебя говно какое-нибудь, наверное, будет. Ага. Да, сейчас посмотрим. У меня будет дворик, где я буду разводить динозавров. Это мод на динозавров, между прочим, здесь установлен. Кто не знает еще. Это такая соревновательная тема, я впервые начинаю такую тему на своем канале. Ну, типа, кто лучше построит из тех, что мы играем, вот такого вот скорпиончика бы. Так, окей. Как всегда выиграет ежик. Точнее, я. Потому что я подтасовываю факты. Иногда убиваю своих врагов. Ты чё, офигел? Да я шучу. Да и как чуть не убил? Я тебе 2 раза ударил. Тебе нужно было 10 раз ударить, чтобы... Ты где 3 хп снял. Ну вот, радуйся. Почему? Что не убил. Надо вообще цышку поставить здесь, как домик. А, да, я тоже поставил. Сейчас я тут поставил, короче, сразу уже. Так, я построю себе где-нибудь... Вот тут вот. Сделаю на горе такой маленький. Кстати, какой вот домик сделать? Можно я дом-муравейник сделать мне вообще? А можно обычный дом с приусадебными участками? То есть вот такой вот всей фигней сделать? Ну это тебе решать, не? Да? Это мне решать. Вот именно, ты заткнись. Можем мне тоже решать. Заткнись, скотина. Где мой верстак? А, вот он. Спёр. О, смотри, он дерево даже не умеешь добывать. Оно падает сверху еще. Смотрите, не умею добывать. Ты что, тут рядом? А, нет. Так, сейчас я, короче, у меня уже один стак. Какой нафиг стак? У меня уже стак досок. У тебя не может быть стак досок. Завидуй. Завидуй. Я сказал, завидуй. Бабушку с досками убил, что ли? Завидуй, полча. Заткнись. Не буду я тебе ничего завидовать. Тебя, сука, не видать. Так. Сундук сделаем. Ну и несколько палочек. Кстати, давай. Скоро зима. Ну, не зима, а, короче, ночь. В зимнем биоме зима, блин. Скоро ночь, и нам придется очень жарко. Нам придется попотеть. А тебе потеть, а мне не надо. По идее, я уже дом начну сейчас строить. Строить? Ну, строй, начинай, это не важно. Потому что у тебя ресурсов нет хороших. Мне нужно... А я сейчас курочек замочу. Мне нужна еда. Так, не буду тратить много. Так это хреново деревья вообще крафт убиваешь? Наполовинку взял, срубил, пошел дальше, обрубки какие-то оставил на моем подворье. Что за фигня вообще, не пойму. Потом мне за тобой тут расхлебывать, да? Ну. Что ты хотел, это выживание? Кто лучше? Соревнование, короче. Выживание, выживание. Ну ладно, ладно. Выживание. Не припомню. Так, курочек надо помочить пока что. Потому что я не хочу, чтобы ты мочил. Ну, правда, их можно было разводить бы. А, я сделаю супер куриную ферму, короче, автоматическую. Куриную ферму. Ты то просто... Если не смотрел ты мое бегай видео, за ты курицей. Не знаешь... Ты за курицей бегай, яйца собирай. Я собрал. Уже немножко. Одно, да? Да. Ну, одно тоже хорошо. Вот опыт еще. Так, мой дом, короче, будет... Это какой-то урод в шахте уже, да? Ага. И не факт, что у тебя выпадет курица с одной из. Вон. Я, короче, вот у этого дерева буду развиваться. Понял? Ага. Я тебя поздравляю. Это дерево будет центр моего дома вообще. Это так. Священное дерево, я так его и назову прям. Я себе уже сделал все инструменты. Когда каменные. Мимо него проходишь, ты обязан молиться. Понял, блин? А, ну ладно, хорошо. Это священное дерево. Я даже серию, наверное, назову «Священное дерево». Ну ладно, так. Я пока что дерево. Молись ему, скотина. А, сейчас. Да, быстрее. Сейчас. Сию секунду вообще. Блин, сейчас. Вот самое плохое то, что из этих деревьев яблоки не выпадают. Ага, еще яблоки. Курицу убивай давай. Чего? Что, такой умный, что ли? Я их не захотел яблоки. Конечно, не видишь, я всех перебил. Ах ты.
Тебе не досталось. Так, вот здесь будет мой домик. Пока я создам все необходимое. О, я шахту нашел. Хорошую. А я шахту буду рыть. Тебя такой только мечтать. Че там? Такая классная шахта. Смотри, только не ты поехать, нельзя. Ну да, не буду. Че ты будешь? А то я знаю, я сейчас как по-тихому тпхнулся. Да я и... уже тпхнулся. Ага. Тебя убить. Это моя шахта будет подворная. Придворная. Вот ты. Так, сейчас он уже гравий пошел. Мне нужно сейчас быстро печку сделать и пожарить все необходимое. Вот мой дом у этого дерева. Все. Я, кстати, здесь поставлю цышку свою. Эндерман. Ну, чтобы он тебя убил вообще. Ага, все. Я прошел мимо, что ты хочешь. Сказал, завидуй королю. Блин, мне нужна еще одна печка. Блин, у меня тут проблема такая, железа не вижу. Вроде шахты хорошие, но... Опа, и крипер. И крипер тут хороший. Тебе еще железо нужно, да, скотина? Все, у меня есть железо. Так, что-то я хочу пожарить. А, вот это пожарить, и все. Зачем мне вторая печка, я не пойму. А, да-да-да, я понял. Зомби, 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 зомби. Ой, еда есть у меня. Надо уголь. Сколько у меня железа, много, о. Курочка, а ну иди сюда. Это же мой зомби... обед. Яичко родила и ушла вообще в жизнь. Вот проблема, слышишь, проблема? Проблема? Проблема. Что с тобой, Дерат? Что с тобой, сволочь такая? Нет, нет, нет. А, ты пахни меня. Нет. А хотя под меня не надо. Ты умер? Спасибо, но не надо. Конечно не надо. Да, я умер. Но я поставил там точку. Понимаешь, мы враги, мы не друзья, мы должны сопротивляться друг другу. Я сражаться, короче, друг с другом. Это припомню. А у меня жареная корочка. Табака прям. Вкусняшка. Гриль. О, черт, скоро ночь, надо дом строить. Быстро, 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 быстро. Скоро ночь, да. Так, где мое священное дерево? Вот у нас священное дерево. Так, соберем все, 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 все свои самые священные вещи вот сюда. И вот отсюда, короче, у меня дом. Чу-чу-чу-чу-чун, чу-чу-чу-чу-чун. Так, а что? Лази, вот сейчас. Так, вот так, вот так, быстрее, 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 домик надо строить, быстрее. Шевелись, скотина, шевелись, это я себе. А мне? У меня мало, мало времени, мало времени, мало времени. Я буду очень быстро строиться вообще. Хорошо, стройся, стройся. Так. У меня мало, мало времени. Так, у меня тут одна проблемка. Так, это фигня все. Так. Так, надо найти кое-что. Я сейчас в поисках. О, золотое яблоко, блин. Паук! Я не скажу, где я. Так. Ты его удар. Убил. Но мне нужно еще дерево. Гораздо больше, чем было. Вообще офигенное количество дерева нужно. Ну, добывай дерево что-то. Мне придется срубить свое тотемное, может быть. Так, сейчас. Найдем, может быть, что-то. Фу, все, я запер. А! У меня тут открытое пространство, заперся, блин. Так. Блин, блин, я тут упал. Че у тебя там дверь скрипучая? Ну, я знаю, она скрипит. Я падаю, я чуть не упал. Блин, да что такое? Ну пусть пока вот так будет, мне, короче. У меня кнопка подлагивает, я нажимаю, она бежит и не останавливается. Так. Короче. А, скотина, у меня тоже начало подлагивать теперь. Блин, что? Ох, у меня как сильно лагает, а. Ой, блин, вообще. А че у тебя зачем лагает? Почему? Я такого знаю. У меня даже ни одной закачки нету. Да, просто надо такой... срочно срубить еще одно дерево. Это ты чуть-чуть нечестно начал. Ну, как сказать? Чуть-чуть нечестно начал. Ты вообще где?
Ну, собираешься точнее, развиваться? Не в твоем мире. Серьезно? Ну. А зачем? Нам уже нельзя тпшиться в другие миры. В смысле? А не было такого правила? Не было. Ну, ладно, как хочешь. Я сейчас вернусь в тот мир. Что меня тут в этом сильно лагает. Не могу просто играть тут. Так. Сейчас попробуем. А я уже начинаю обустраивать свой домик. Ну как, я его еще не построил. О, ниточки. Мне надо вернуться. Надо верстак забрать, блин, свои печки. Мне в твой мир нужно вернуться, так. Обустроить его по краям тоже надо. Ну я, короче, вообще зайду в него. Здесь пусть... Ой, я киркой рублю дерево, вообще герой, конечно. Все, я его закрываю. Сюда никто, кроме моей бабушки, не войдет. Лежишь, я серьезно. Да. Только бабусь сюда впущу. Ты на полном себе. Слышь, можешь меня тпыхнуть к себе? Вот, и ты в тпшности в мой мир, поэтому только бабуся. Признавай, что ты моя бабуся. Нет. Тп. Ну тогда не буду, ладно. Слышь, ты. Подожди, тп, как твой ник там, блин? Трипл. Триплэ 3105. И турбо. Давай. Ты находишься в другом измерении, нельзя тпшиться в разных измерениях. Блин, плохо. Очень я же тебе еще в прошлой игре говорил. Ты что, не запоминаешь вообще ничего? Да я вот часто об этом не понимаю. Я, ладно, буду обустраивать свой домик. Я, короче, коробку сделал вокруг себя, чтобы меня мобы сюда не доставали, осветил внутри. Я просто надеялся, что тут найду сундуки в другом мире. Ну нельзя же так. Ну их нету все равно. Ну, ладно, ищи, как хочешь. Мне надо муравья сейчас найти, так ладно. Ох, у меня... Вот, да, это... Так. Сейчас я вернусь как-нибудь. О, я знаю, хотя как вернуться можно. Я вернулся. Mm-hmm. Я не вернулся. Блин. Так, я, короче... А, не, я пол из булыжника лучше сделаю. Я пока печки mm-hmm. поставлю тут. Короче, вот здесь у нас пусть будет... Печка. Прикольно. Прикольно. Вообще три печки надо. Три печки. А вот здесь пусть будет верстак. Ты знаешь, как на печку верстак поставить? Знаю, конечно. Приседаешь и ставишь. Не умничай. Это был риторический вопрос. Ну ладно. Риторический, точнее. Риторика. Ты изучал риторику? Ага. Конечно, по тебе видно. Все, я освещаю свою шахту, короче. Разве не видно? И пошел добывать ценные ресурсы. Мне еще нужно добыть, короче, некоторые вещи. Может, пол из гравия сделать, как думаешь? Пол из этого нет. Плохо будет, это плохо будет. Почему? Потом. Что-то я уже подкашливаю. Что-то сдох. Ага. Не дождаться тебе этого. Блин, я сейчас как-то вернулся в мир. Блин, да зачем я вообще заполез? Так. Я уголь нашел. Ау! Моя рука. У меня лопата сломалась. А главное, сюда не лезть. О, окей. А нет, это не те, которые нужны. О, железо. Ты железо нашел, блин. Ну, нужно спокойно, тихо развиваться. Че-то не кипишуй вообще. Ты прошел по всем мирам. Твой мир. Сиди на попе ровно вообще. Он нормально развивается. У меня свой домик уже. У меня уже вон уголь добывается. И железо. Так, мне надо как-то вернуться обратно. Давай. Кому давай? Это что, брат твой, что ли? Кто? Который кричит давай. Нет. А кто, сестра? Нет. Сестренка, привет. Нет. Что значит нет? На привет нужно отвечать. Привет, родной. Нет. Так, короче, я буду сейчас плавить. Вот здесь буду плавить железо. Вот здесь буду плавить курочку. Вообще хорошо у меня дома. Только недострой немножко. Какой кривой коробочка. Мне нужно пол сделать, но я хочу его сделать из... Не, гравий не буду. Он сыпется будет. Можно из гравия? Давайте из гравия сделаем, черт с ним. Посмотрим, как получится.
У меня лопаты даже нет, приколись. Есть. Я нашел. Да, мир. Ты прав, есть лопата. А вот теперь, сейчас. Вот здесь нужно нормально построить. Кстати, где-то тут были эти, как его. Мои вещи, я где-то их тут потерял. Сейчас найдем потом. Ух ты, скелеты. А я так под защитой хорошо стою, мне так хорошо, вообще никто меня не трогает. Опа, яичко, я вижу яичко. Есть. Я в безопасности. А я нет, я сейчас пытаюсь 100 метров пробежать или... Не знаю, еще пробегу, если... В принципе, я скоро можно... буду себе здесь голема создам, короче, который будет меня защищать. Понимаешь, что это значит? Что? Что это лузы. Ага. Мечтать тебе, доктор. Так, у меня что-то здесь перестало... У меня 6 железа уже переплавилось. Упс, проблема. А что мне еще поплавить? Мне больше нечего плавить. Ну ладно. Поплавить. Ну, плавь. Давай, лягушка, путешественница. А ты сейчас... Путешествуй себе дальше. Мир. Я сейчас приду, я мир. Ну, если придешь, я тебе ТП-шник себе. Не, я уже... Давай, ТП-шник. Да? Да. О, давай. Не... Ой, тебе еды дать? Нет, у меня есть. Да? Давай, да. Вылазь, вот я тебе прорублю. Иди. Отдай доски. Да я шучу. Ты не хочешь мне что-нибудь вознаградить за то, что я тебя спас? Дай что-нибудь ценное. Ладно, на. Пошел вон. Я чуть через забор, смотри, через дом перекину. Не перекинешь. Есть. Нет. Да. А вон он застрял. Перекидывалка. Не выросла. А сейчас? А, вот золотое зачарованное яблоком, спасибо. Всё. Не зря я тебе ТП шел все чешет отсюда. Больше не ТП, сейчас выше меня по 100 раз ТП хотел вознаграждение требовать. Ну да, да. Ну что-то думал. Эй, ну что ты там? Вот у меня... Ой, блин, у меня проблемы есть, слышишь? Так, ладно. Гравийный пол. Ну, как-то смотрится. Может, из булыжника лучше? Давай лучше из булыжника, ну его нафиг. Гравий. Так, ладно, сейчас я, короче, сделаю себе кирку обычно. Блин, кстати, про кирку. Надо выбраться из моего дома. Чего? И сделать себе крышу. И вообще мне нужны другие деревья. Мне не нравятся эти деревья. Нравится. Не нравится. Понимаешь? Капризный я вот такой, да. Все мне не нравится. Я вижу. Нет, я ни разу не капризничал. Я не придирчивый вообще. Я вижу. У меня уже 6 яиц. Да ладно, у меня 2 всего. Курица. А, 6 яиц. Чингисхан дважды, что ли? Отрастил себе яйца. Сейчас, блин, мои подписчики посмотрят штаны и проверят, сколько у них яиц. У тебя уже целых 6. Сейчас я выйду в комментариях, там 58 будет писать, пишите. 0. Где мои яйца? Я... Ой, я же девочка, типа. Блин, я, короче, буду обустраивать свой дом очень шикарно. Ты мне завидуешь? Ага. Завидуешь, скотина. Завидуй, завидуй. А, завидуй. Не молча вообще, вот так. Ой, я тебе завидую. Ох, молодец, трубоёжик. Я буду на тебя подписываться и ставить лайк под каждым твоим видео. Ага. Ты мой бог. Ага. Ну, можно и без бога, конечно, но лучше с ним. Я железный топор делаю вообще. Разве мечтал? Дожили, да? Нет, железный кирку топор. Железную сделать. А я кирку сделаю, ладно. Химы хорошие люди. Так. Опа, это проблема у меня оставалась. Слышь, по почте пришли мне кирку. Ты что, алмазы нашел? Да нет. Там по адресу этому доставляю тебе кирку. Блин, ну я просто недалеко от дома тут. Просто неохота возвращаться верстак делать. А, понятно. Не мечтай. Сейчас. У меня есть обычная кирка, она мне не нужна уже. А какая обычная? Ну, это... каменная. А, ну я сейчас уже себе сделаю.
Я сейчас наращу дом, чтобы он побольше был. Вообще, наращу дом, да. Вообще, может этажный сделать? Да, лучше этажным сделать. Расти, дом, расти. Ай, ё, блин, криворукая попа. А меня паук не трогает, он просто на меня смотрит и все. Ну день же. Днем а, не все равно атакуют. Он должен атаковать. Не, днем не атакуют, они только ночью. А, ну нормально тогда. Так. Человек первый день Майнкрафт играет. Какой первый день? Неделя. 2 года что-то. 2 года и неделя. 2 года и неделя. Ну 2 года он только название Майнкрафта знал. Слушай, у меня тут доски нужны, доски. А я тут при чем? Копай, работай, раб. Если ты пешнул спас, золотым яблочком, думал, отделаешься. Да, ты такое яблоко где найдешь, а? Скажи. Какая разница, где бы я ни нашел. С тебя доски. Стак. Сейчас. Что-то у меня так много этого, а еловых досок только одна штучка. Давайте рубить вот эти деревья, что ли. На домик все потратил, так что. На доту? На домик. На доту, доту все потратил. На доту все потратил. Зачем еловые доски в доте? А как будем результаты конкурса? Кто победил, кто лучше дом? А вот подписчики будут оценивать, кстати, результаты конкурса. В комментариях напишите потом, кто лучше всего сделал. Возможно, несколько серий видео придется нам снять. Мы сделаем там итоговый. Типа итог конкурса. Итог конкурса. Ну ты не мечтаешь, что ты победишь. Ну ты можешь, конечно, победить, если из алмазных блоков замутишь как-то. Учитывая, что ты читеришь и путешествуешь по мирам, это вполне реально. Нет, если бы этот сервер работал бы с двумя днями, вот тогда бы. И тогда бы на нем было 2 человека, я и ты. Тогда бы я уже вообще был бы тут богатый. Да, у тебя наконец-то появилась бы железная кирка. В его понимании это богатство. Я разноцветного паука нашел. Желтый, красный, зеленый, разные цветы. Паука? Да, паука. Я такого даже не видел, по-моему. Видел ты его. Ну, разноцветный, паук? Обычный. Паук. Или муравей? Я вообще тоже вообще запутался. Муравей. А, фу, блин, а что ты сказал, паук? Да я уже запутался. Я их пауками называю. Майнкрафт не привык с модами называть. Так, а ну-ка. Короче, дом строят, не мешай. Чё, как с мамой разговариваешь? Ты чё? Дом строит, он, блин, строитель, блин. Таджик нашелся. В какой-то веке. А ну леща, мамуля, дай ему. Смотри, я тебя сейчас завалю тут. У меня кирка есть. Да. Как он с мамочкой разговаривает. А, ща быстренько я его научу любить старших. Я тебе сейчас... Отцовского лещичка. Недавно не получал. Ну ладно. Че у тебя за колымага? У тебя не дома вообще фигня какая-то. Ну, потому что у меня его еще и нету. Вот именно. У тебя даже дома нету. А у меня хотя бы коробка. Не переживай, не переживай. Я, конечно, всегда был против коробок в Майнкрафте. Ну ладно. У меня зато коробка с деревом вообще-то. Фу, коробки. Коробка. А вот здесь нужно поставить факела, чтобы мобы не спавнились у меня на крыше, потому что этого только не хватало. Дай мне опку, а то вдруг я сдохну сейчас. А? Дай мне опку, я сейчас могу сдохнуть. Кого дать? Опку, ну, оператора. А, не-не-не. Ай. Опку ему дать. В попку. Опку в попку. Надо ровные двери делать вообще, чё за хрень. Вот примерно так, да? Да, молодец. Дай мне опку. Так, вот это тоже нужно срубить. Знаешь, что у меня будет лучший дом, чем у тебя? Может быть, я надеюсь, что у тебя будет вообще дом. Это еще пока первая серия. Пока что. Блин, тут этих пауков муравьев разноцветных много. Из булыжника я же хотел, да, точно. Мне нужен булыжник, чувак. Булыжник? Ну, именно булыжник, есть. Чувак, понимаешь? Сколько тебе надо? 20 стаков. А. Иди забирай. Жлоб. Да. Ай, ну ладно, сейчас я дрова нарублю и... Я еще должен сделать автоматическую ферму куриц. Авто...
автоматическую. Автоматическую. Пулеметическую. Артиллерийскую ферму куриц вообще. Вот я уголь еще нашел. У меня тут собственная шахта в доме. У кого-нибудь в доме есть шахта, дорогие подписчики? Приколись, кто-то в шахту уголь добывает прямо дома. А раньше была такая тема, короче. Шахтеры жили прямо там в этих своих этих шахтах. Ну, чтобы, да, рано не просыпаться, там зубы не чистить. Да, это принцип. Шахтер тебя какой-нибудь смотрит. Сидит в шахте и смотрит. Офигел. Интернет подключили, наконец-то. Ну, не, что, реально так и было? Но это было давно, правда. Но сейчас уже современные шахтеры так не делают. Тогда и интернета не было. Но если изобретут путешествие во времени, они узнают, что я о них вспомнил. А есть вообще шахтеры? Или у кого папа или мама шахтер? Напишите в комментариях, друзья. Мне аж страшно за людей, у кого мама шахтер. Мама! Я шахтер! Представляешь, у тебя дочка родится и скажет, я хочу стать шахтером. Ну, я сразу Майнкрафт отправлю играть. А, ну да. Что мне за долго? Мама, я хороший шахтер. Что-то мне не нравится, что ты рядом с моим домиком ходишь. Да ты бы видел, какой ты домик. Что ты делаешь, скотина? Так, сколько у меня тут булыжничка? Стак с лишним? Мало. Ой, не столько это вы. Дерево вообще куча. Так. Так, это мы сделали. Это. Так, ну, надеюсь, нужно вот так вот еще. Потом расширю когда-нибудь. Когда-нибудь расширю. Так. Так, ой, блин. Да, блин, ну мышка вообще тупая мышка у меня. Я один раз нажимаю на кнопку, она нажимает несколько раз. А у меня такое было, это из-за Майнкрафта. Это не из-за Майнкрафта, оно у меня так везде. Хоть я даже в компьютере нажимаю что-то, оно у меня много раз просто. Да? Как, в браузере. У меня когда-то была такая тема, я ее исправил. Это настройка, это не мышка. Это, ну, где-то в настройках нужно поковырять. Не-не-не. Я даже когда на кнопку сильно нажал, она перестала на некоторое время, а потом уже опять начала. Короче, это мышка. Я знаю, не надо это учить. Мышка, не обижайся, я вам пошутил, ты хороший. И дверь у меня хорошая, которую я неправильно установил. Так тебе и надо. Все. Тинг-динг-динг. Тик-тик. Не входить. Занято. Туалет. Факелы можно своровать. Ты охренел мои факелы говорить? Факелы нужны. Да не на халяву висят просто. Воруют соседи. Я припомню. Поставишь ты алмазный блок неаккуратно. Я скажу, что это эндермен. Вот точно, это эндермен. Ты же тебе факел своровал. Украл факел. Поставь обратно. У меня их мало, 30 штук всего. Так, поставим, пожалуй, сюда. Так, что же сейчас делаем, а? Скажи мне. Что ты сделаешь? Ну, не знаю. Сделай себе девушку, наконец. Из глины, как этот Адам из ребра, все такое. Ну, ты и Обама. Мишель Обама, ты. Мишель, я тебя буду Мишель звать. Мишель, дорогая, где у нас черный бифштекс? Очень уже факел. Я очень факел, что ты тут. Бифштекс по-черному сделай, пожалуйста. Это как? Просто бифштекс. А почему по-черному? Ну ты же Мишель Обама. Ты не хочешь бифштекс по-черному? Нет? Нет. Да? Я что-то ксенофоб, нацист, фашист.
Ты что-то имеешь против черных, Нигер? Вообще офигел. Давай быстро бифштекс по черному готов. Что-то мне вообще никаких ресурсов не находится, кроме железа. Так, так что сейчас завиду, у меня будет. Где изумруды, где алмазы? А, не знаю. У меня только земля, железо, гравий, земля, железо, гравий. Вообще как мантра какая-то, земля, железо, гравий. Мат. А, бедрок, ну наконец-то, все. Пошли выше. Хоть что-то нашел. Кстати, его можно сломать деревянной киркой. Так, снег у меня был. Так, вот 12 уровень. Поехали копать. У меня уже железная кирка сломается скоро. Зомби хочет пройти в мой дом. А не получится. Твой? Не получится, да, да, да. Главное, чтоб не в мой. Сейчас открою дверь. Welcome. Факел обратно поставь, скотин. Какой факел я не брал? Ты о чем? Который Эндермен украл. Тип. А, лошары, я алмазы нашел. Правда, всего пока... А, не, не два, вот четыре. Ты чего? Когда-нибудь ты уснешь. Вечным сном. Ну. Да. Пойду сделаю алмазную кирку, потом вернусь. Кстати, на этом мы, наверное, закончим серию. Все-таки я алмазы нашел, по крайней мере, в первом раунде я победил. И у меня уже дом готов почти. Подожди, в первом раунде. У нас будет итоговый. Что ты тут? Итоговый, итоговый. Ну-ну-ну-ну. У меня кирка почти сломалась еще. Давай ее доломаю сейчас. Кто тут ускорился что-то? Типа ты победил. Ну, я, по крайней мере, алмазы нашел первыми. Первым. Ты даже в других мирах их не нашел. У нас же у кого дом лучше будет выглядеть, да? Да, пойди. Кто первый алмазы найдет. Да иди ты нахер. Ладно, ладно, давай. Я слышу злых зомби. Я еще пол свой не достроил, а уже алмазы нашел, приколись. А мне маленький дом. У меня теперь пол есть. Такой сделал. Все, вот, ребят, 4 алмаза, вот. Делаю из них алмазную кирку и заканчиваю серию. Черт, я не могу сделать алмазную кирку, знаешь почему? Почему? Потому что досок нет. Я хотел сказать, что... Я, короче, делаю алмазную кирку и алмазную лопату. Гениально, да? Кто-то стучится в дом мой. Вы что, офигели? Соседи? Там мой, чё ты? Помогай. А чё их двое у тебя? Иди сюда. Мой факел. Верни на место. Какой факел? Стучаться тут дом мой. Вот это надо загрифить. Давай, короче, курочку заберем. Мне вот этот надоел. Одной печки нам хватит, думаю. Железо пусть плавится. А вот на этом мы заканчиваем первую серию. На этом лидирует пока трубоежик чуть-чуть. Забыл алмазы. Всем пока. Всем. Ну, если понравилась серия, ставим лайки. Будет больше серий. Не понравилось, так ставьте дизлайки этому уроду, который там. Убей своих зомби, чего они так громко. Все, не влажим мой канал. Ладно, всем спасибо, всем пока-пока. Пока.